Пашка мечтал создать подобие европейского альянса, где с личным членством, не с церковным, а с личным членством, для огромной миссионерской деятельности на территории Российской империи. И для этой цели 1 марта 1884 года они разослали письмо. Письмо по всем базе данных своей, всех колоний нашли с приглашением приехать в Санкт-Петербург 1 апреля 1884 года для участия в работе вот такой съезда или конференции, который должен был обобщить опыт миссионерский, создать союз, евангельский союз миссионерской цели. И приехало около 70 человек, 30 жило в Петербурге, собралось около 100 человек. Пашка взял на себя все финансовые расходы на это мероприятие. И они должны были съехаться во дворец Пашкова, который был в Самсоневском переулке. Сейчас это улица Комиссара Смирнова на Выборгской стороне, где был дворец, который, он и сейчас там стоит, сейчас это школа, а это был один из дворцов или домов, который принадлежал жене Пашкова Александре. И вот люди съехались, их очень ждали, это было такое радостное общение, общение удивительной атмосферы. Вспоминаю, что мужик сидел рядом с графом, и княгини прислуживали на золотой посуде, простым братьям, Рябошам, Тиратушному, Ренко, простым вот крестьянам бывшим. Это была удивительная атмосфера братства. Но были огорчения на этой атмосфере, когда в первый же день Пашка предложил совершить вечерю, то кавказские баптисты отказались принять крещение с петербургскими многими с верующими, так как они не были крещены во взрослом возрасте. Надо сказать, что сам Пашков и несколько других человек из Петербурга приняли крещение в 1883 году, когда сюда, в Петербург, приехал друг Рацтека. Рацтека уже не пускали в этот момент в Россию. Его миссия закончилась. Приедет Джордж Мюллер, отец всех сирот, и крестит Пашкова и нескольких других членов вот этого петербургского сообщества. Поэтому сам Пашков уже был крещен, по вере, к этому моменту. Но, несмотря на вот эти разногласия, несмотря на очень сложные, значит, выносился вопрос, если Пашков чувствовал, что или Корф, или тот, кто вел, там был Бедекер, там были другие братья, что этот вопрос вызывает напряжение, он снимался. Мы не готовы, Бог нам еще не открыл. Если мы начинаем нервничать, как-то эмоционально вести себя в отношении этого вопроса, мы его снимаем, он не готов. И даже был такой случай, что когда один пастор лютеранской церкви пошел, и там такое бурное очень обсуждение. Скорее всего, крещение обсуждали. Братья все на колени, молимся. Пусть Бог даст нам мир и даст нам четкое понимание вот этого вопроса. Но такая идиллия продолжалась 3 дня. Они собирались в разных домах. Утром в одном доме, вечером в другом. Их принимали петербургские верующие. Представляете, 100 человек. Накормить, напоить, расселить. У каждого была гостиница. На 4-й день ждали. Собрались петербургские верующие, ждали делегатов, никто не пришел. Выяснилось, что в эту ночь полиция всех арестовала. Привезла в Петропавловскую крепость, взяла подписку о том, что они никогда не будут больше собираться в Петербурге. И приказала покинуть. Каждому вручила билет и приказала покинуть город. Один спрыгнул с поезда, обманул жандарма и добрался до братьев петербургских и рассказал, что произошло. Государство
в лице оберпрокурора Священного Синода Победоносцева начала с этого момента целенаправленную атаку на евангельских верующих в России.